Всем привет! В эфире программа «Афиша», а значит, настало время отдохнуть. Выходные! Чем себя занять и куда сходить в Самаре, расскажу прямо сейчас. Ноября – заключительные дни трансляции документальных лент 13-го Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли», который в этом году проходит онлайн. Из 300 заявок режиссеров со всей России и ближнего зарубежья выбрали 80 лучших кинолент. Их транслируют на официальном сайте проекта. А по вечерам с 6 часов вечера работает онлайн-студия, где авторы лент рассказывают о своем творчестве и делятся планами на будущее. Музей «Модерна» приглашает самарцев на одну из самых загадочных выставок – «Стихии Анны Голубкиной». Мастер рубежа эпох показывает скульптуры в невероятном свете. Скульптор будто обрела мистическую силу и всевластие над камнем и глиной. Часть экскурсии пройдет в темных залах с фонариком. Темнота поможет по-новому взглянуть на скульптуру, почувствовать силу, исходящую от них, увидеть их таинственный отблеск. В пятницу в художественном «Что на Куйбышево 105» торжественно открывается выставка авторских работ мастера декоративно-прикладного искусства Самарской области Сергея Ключникова. Умельцами славится край самарский. Яркое событие для любителей и ценителей художественной резьбы по дереву. Посмотреть работы можно будет до 13 декабря. А в Доме музея Фрунзе в пятницу открывается выставка «Охота красных командиров». Посетители познакомятся ближе с жизнью легендарных полководцев Красной армии. Чем увлекались командиры в свободное время? Ведь они были вполне обычными людьми, которым не чужды простые человеческие радости. В субботу в гости приглашают в литературный музей на обзорную экскурсию с посещением мемориальной квартиры Алексея Толстого. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!